Astăzi, organul legislativ urma să adopte în a doua lectură un document care introduce amendamente la legea Băncii Naționale. În special, proiectul prevede oferirea Consiliului de Administrație a Băncii Naționale a unor împuterniciri suplimentare, care, potrivit opoziției, îi va permite acestui organ să adopte decizii definitive și fără drept de apel. Несмотря на то, что господина Плохотнюка нет в парламенте, все преступные схемы функционируют. Более того, постоянно осуществляются попытки обеспечить себе идеальные условия для продолжения рейдерского захвата финансовых учреждений. Таким образом, буквально на днях был зарегистрирован законопроект о внесении изменений, поправок в закон о Национальном банке, который фактически дает этому Национальному банку, административному совету, абсолютную власть решать те или иные вопросы, связанные с банковской системой. И эти решения невозможно будет опротестовывать в судебных инстанциях. Считаем, что, конечно же, это беспрецедентно. Это обеспечивает, это открывает дорогу, путь для господина Плохотнюка контролировать всю банковскую систему, все банковские финансовые учреждения в нашей стране в будущем. Потому что не надо будет приобретать банки, не надо их будет становиться акционером. Нужно будет иметь контроль над административным советом Нацбанка, и тогда будет обеспечен контроль над всей финансово-банковской системой. În acest mod, Vladimir Plahotniuc poate obține controlul nu doar asupra sferei bancare, dar și poate pune în pericol securitatea financiară a întregii țări, a subliniat Grigore Petrenko. Господин Плохотнюк в случае утверждения в парламенте данного законопроекта во втором чтении приобретет контроль над всей финансово-банковской системой страны и тем самым поставив под угрозу безопасность страны, финансовую безопасность, банковской, безопасность банковской сферы, безопасность вкладов населения, безопасность инвестиций, в том числе иностранных, в банковскую систему. Еще раз могу сказать, что это, конечно же, беспрецедентно. Национальный банк Молдовы превращается в своего рода конституционный суд, решение которого нельзя спорить нигде. У господина Плохотнюка уже есть в кармане, в одном кармане Конституционный суд, в другом кармане у него будет Национальный банк Молдовы. Думаю, что после принятия подобного рода законопроекта у господина Плохотнюка будет фактически абсолютная власть над страной, в том числе над ее финансово-банковской системой.